Андрей пишет: Геннадий, наверное, не совсем понимаю цель вашего канала и поэтому не понимаю вашего эмоционального фона на человека, высказывающего свое видение гайморита. Я уже рассказывал, что так как я сам прошел через все эти гайморыты и простуды, это какая-то, знаете, порочная информация, просто-напросто порочная информация, не понимающая, что мы будем делать проколы, будем промывать и прочее, прочее. То есть непонимание причин и следствия. Что касается канала, здесь много разного рода плейлистов. Я рассказываю на этом канале о своей жизни, о чем я занимаюсь. Здесь и машины есть, и мое закаливание, и вот такие вот передачи, которые я делал по целебной кулинарии, и просто вот работа с читателями, и прямые эфиры. Это и мои увлечения, что там вырезаю, это и мои занятия, чем я там занимаюсь, это и чем я занимался там голоданием, и мои устремления и прочее, прочее, прочее. То есть я для вас открыт. Это просто-напросто, ну как бы сказать, вот эта вот деятельность по здоровому образу жизни. Это маленькая часть меня. Маленькая. Потому что я понял, что если у меня не будет здоровья, то все мои планы, все мои устремления, мечты и сама жизнь вылетят в трубу коту под хвост. Поэтому вот эту основу, фундамент надо держать. А когда вот рассказывают вот такое, дело в том, что я-то привел это, не просто там умолчал, что вот человек рассказывает, вот так вы этот не берете на себя ответственность, а вот мы берем ответственность. Да где сейчас врачи отвечают? Какая ответственность? Вы что там? Никакой ответственности нет. Все тут защищено, кроме нас с вами. Вот. Зато на примере разбора высказанных им ошибок, так это я подчеркнул вот эти ошибки. То есть я не удалил это видео, а я подчеркнул, где, что, как. Можно во многом достучаться и помочь. Зачем его отключать? А вот я решил так отключать, потому что я почувствовал враждебный посыл. Интересная вещь. Вот вы читаете, и сквозь вот этот вот текст вы видите враждебное к себе отношение. Просто-напросто враждебное. Я вот с интересом выслушал официальную версию и вашу о гайморите. И смогу уверенно помочь другим многим. Спасибо. Одно мнение как-то не всегда убедительно. Я согласен, что одно мнение не всегда убедительно. И... знаете, опять-таки, я вот с вами беседую, я не стараюсь вас убедить в своей правоте. У вас имеется своя собственная голова, свои собственные наработки, свой собственный опыт, в соответствии с которым вы и решаете, вот это или то. Я уже прошел этот путь и сделал для себя выводы, и говорю вот так. Ну, я не хочу сказать, чтобы вы все это... просто-напросто приняли без всяких, знаете, этих рассуждений и комментариев вот так. Проявите свой собственный разум, посмотрите, что, как и так далее. Для меня самое, будем говорить, большой авторитет – это физиология организма, как работает наш организм, что откуда течет, куда втекает, что там делается и так далее. И, кстати, Иван Павлов как раз и говорил, что лечение, лечение должно начинаться с физиологии. А какая ж тут физиология, когда, не понимая
от чего тут у вас заболело, вот это вот гайморит появился, вы его просто тупо вот так бы сделаем. Просто, знаете, вот как-то все это слушать очень, знаете, внутри как-то вот просто нехорошо становится. Я в свое время на передаче «Малахов плюс» по болезням что-то там позвоночника, вот они там распространены же, вот, пришел там какой-то профессор, и так, значит, все тут, костюмчик, все, и человек вроде бы уже пожилой, солидный, и вот у него начали спрашивать, ну вот, если там заболела там спина, там вот это межпозвоночный диск или еще там, ага, мы установим блокаду. Вот, дальше там вопросы пошли, говорит, а если вот блокада там потом опять не помогает, ну тогда мы подрежем ему нервные окончания, чтобы боли не было. Вот это, знаете, мне как-то стало вот просто не по себе слушать вот эти такие высказывания, что будто ничего другого нету, как подрезать нервные окончания для того, чтобы там спина не болела. Ну что, хорошо пообщались. Заканчиваю на этом. Заканчиваю на этом. Мне интересно жить. Интересно заниматься своими там текущими делами, увлечениями. Заниматься собой, смотреть на себя, как что меняется. И те вещи, которые, допустим, я думал, что это вот так должно быть, допустим, даже та же борьба с паразитами, против этой самой, в предстательной железе, что вот такое мнение, что вот так вот, вот так вот, и вот так вот должно быть. Сейчас на это совсем по-другому. Я вижу результат, который вылез сам собой из-за того, что просто-напросто увеличилась моя собственная энергетика, которая подавляет разного рода микроорганизмы. Какие-то она подавляет очень хорошо, а на какие-то надо там побольше. Вспомните Библию, я вот, особенно такой пример. Значит, в Библии приведен, что, ну, Господь Бог говорит, вот, протяни руку. Человек протягивает руку, и только раз, она покрылась проказой, этой белой, шелушащейся. Вот. А теперь, говорит, смотри, только раз, и рука стала чистая. Почему такие резкие изменения происходят? Можно подумать, это сказка. А вот наша, вернее, моя задача, я не знаю за вас и так далее, и не тяну никого. А моя собственная задача, чтобы сказку сделать былью. И я ее делаю. И это чудесно, ощущать себя совершенно по-иному, как ты раньше вообще себя не ощущал. И был под гнетом всего, будем говорить, дурного, что имеется в этом мире. Ну ладно, обнимаю вас. Пусть вам мечтается красивые идеи, пусть мысли исцеления кружат, пусть будут в сердце вашем устремлении, которые до Бога долетят, и пусть от них сгорает скверно. Счастливее сложится судьба, пусть очищается пространство для лучшей жизни здесь и навсегда.